Всем привет! Смотрите, куда я приехала. У меня совсем немного времени. Мне нужно было заправиться. У меня был абсолютно пустой бак. Мне нужно было заправиться. Я вообще в домашней одежде просто. Нам бежать на скауты. У меня времени буквально 20-30 минут. Забегу взять молоко. Посмотрю что-нибудь, может быть, интересное в Костко. Если вам интересно, пойдемте вместе со мной. Нам, кстати, обещают, что стоимость абонемента в Костко подорожает. Не 100 ли 50 рублей вместо 120 в год будет стоить участие в закупке в Костко. Так, на входе у нас, что у нас на входе? Кокосовая вода, $15.50. Я возьму одну упаковку. Она вообще считается даже, в принципе, полезной. Электролиты, нутриенты. Вкус тропиков. Берем. Здесь получается 330 миллилитров одна коробочка. И в коробке 18 штук. И цена $15.50. Вкусные конфетки шоколадные. Но я брать не буду. Со скидкой $8.30. 907 грамм с голубикой. Внутри темный шоколад. Опять вот эти вот хрустящие чипсы. Скидка получается $10. Мешок большой. Дон. $9.10 за 2,5 литра. Но мне еще немного осталось, я пока брать не буду. Стиральный порошок тоже у меня пока есть. $20, 5 литров тает. Впервые вижу скидку на вот этот чай. Это вообще просто, это бомба. Я, наверное, возьму. У меня, конечно, еще целая банка. $7.50, 2 килограмма. Пусть будет. Возьму, обожаю, я его всегда в чай добавляю. Жить без него не могу, я смотрю, вот некоторые люди тоже. Так, женские пробиотики, $16. Я возьму одну упаковочку. По одной капсуле в день нужно пить. Здесь 90 капсул, $16. Витамины в новом формате для кожи, волос и ногтей. 250 штук. Здесь витамин А, С, Д. В общем, для женщин состав, для девушек. Не вижу, поскольку нужно пить. Я думаю, по одной-две. Не вижу. А, нет, да, три. По три в день, 250 штук, $11.50. И есть вот такие сладкие еще, 230 штук. 230 штук. По две в день нужно брать, $15, $14.50. А вот еще пробиотики, $21, 70 капсул. Нужно по одной в день. $21. Вы знаете, я сейчас посмотрю, почитаю, сравню и решу, какие мне же лучше взять. И масло, fish oil, рыбное масло, да, омега-3, по одной капсуле в день, 130 штук, $19. Классно, смотрите, марки продаются, можно для, ну, почтовой марки здесь же купить. Я, честно говоря, не вижу, сколько. 5 книжек по 20 марок. Наверное, это какая-то лимитированная коллекция. $63. И на Dyson скидка $500. Стоимость в 11. У нас тоже в 11. Мне кажется, подорожал, по-моему, этот пылесос. Вот. И я сейчас смотрю еще, скорее всего, возьму. Мне нужен санскрин. SPF 55 Neutrogena. $11. Две штуки. Я не знаю, честно говоря, хорошие, нехорошие. Беру сейчас, лето впереди. Надо обязательно пользоваться. Авена. $13. Это увлажняющие лосьоны. А по 591 миллилитр. Две упаковки. $13. Colgate зубная паста. $11. Шампунь Пантин увлажняющий. $10 за упаковку. Возьму упаковку Pantene Pro-V шампунь. Бальзам мне не нужен, только шампунь беру. И сейчас посмотрим с вами гель для душа. Так, гель для душа $11.50. Здесь три упаковки. Каждая упаковка по 700 миллилитров. Олей.
Я возьму тоже. У нас постоянно заканчивается не вовремя. Я не замечаю. У меня просто свой гель для души личный. Мальчишки расходуют быстро. Вот, берем. Мне кажется, неплохая цена. И смотрите, мыло для рук. Новый дизайн у них. $10 за 4 штучки. Опять же, вот у меня дома такие есть. Я просто уже свое мыло наливаю в них. В эти баночки. Если кто любит цветное что-то такое. А смотрю, вино вот это Саша регулярно берет на повали. Каберне Сивиньон $14. Сейчас скидка на него $9. Я возьму бутылочку. Чтобы было. Косметики много, ретинолы. На все скидка. Олей. Нитроджина. О, увлажняющий, кстати, крем. Классно. Только купила. В следующий раз возьмем. $21. Две упаковки по 48 грамм. Скидка почти $10. Хорошая скидка. Так, мы хотим себе купить в автобус вот такую машину Nespresso. И она здесь стоит $199. Хочу сказать, вдруг кому-то нужно $140, она в Marshalls в TJ Maxx стоит. $140. Представляете, цена. А здесь получается в Костко гораздо дороже. Смотрите, насколько она востребована, да, что их нет. Почему именно такую? Потому что здесь встроенный господи, забыла, как называется. Молоко, которое взбивает. Мне кажется, хорошая машинка. В дорогу кофе очень вкусный. Мы в гостях пили Делонги. И самое главное, что вот есть вот этот вот молоковзбиватель, капучинатор. Но он не капучинатор. А в нем можно все что угодно взбивать. Я вот хочу эту машину исключить не только, конечно, но и из-за этой вещи тоже. Если вам надо, ищите в своих TJ Maxx, проверяйте. KitchenAid там тоже впервые видела, была, видео не сняла. Но KitchenAid в TJ Maxx тоже есть. Ой, мои контейнеры любимые. Шикарный набор. Не устаю ему петь оды. Одно из лучших приобретений вот в плане контейнеров. Вот эти и стеклянные сейчас покажу еще. Видите, скидка, остатки. Если надо, ищите своих Костко. Вот, вот этот. У нас был вот этот пластиковый. Он и есть до сих пор. А это стеклянный, кстати, на образце. Ой, господи. По-моему, это все стеклянное, если я не ошибаюсь, или нет. Нет, это пластиковый. Вот эти пластиковые. Он тоже есть у нас. Но не сравнится со стеклянным. Конечно, стеклянный гораздо приятнее. Он, конечно, и полезнее, и качественнее. И, в общем, не знаю. Вот эти стеклянные наборы и вот те пластиковые. Все, больше ничего не надо. Еще какие-то контейнеры для хранения. Я пока возьму себя в руки и пройду мимо $16. Овощи, фрукты складывать. Симпатично. Так, а вы знаете, вот насчет вот мимо вот этого я уже, скорее всего, не пройду. Давно я хотела, то есть это сумка-плед. Какую же расцветку-то бы еще выбрать? А, знаменитые пледы у нас есть. В общем, это подстилка на травку, на кроватку. Вот, женщина меня опередила. Хочу тоже посмотреть. Я прям не знаю даже, какую взять расцветку. Сейчас, видите, хорошая скидка. $7, $20 получится эта вещь. Так как мы регулярно где-то гуляем, прям в машине ее кинуть, лежать. Не знаю, какую расцветку выбрать. Поярче или поспокойнее. Вроде хочется и поярче, вроде хочется и поспокойнее. Прям даже не знаю. Вот оно. Плед. Я думаю, он легко, наверное, стирается, да? Большой. Полиэстер. Я решила выбрать чуть-чуть поярче. Вот прям выбирала между вот этими двумя цветами. Вот настроение, хочется что-то повеселее. Это, опять же, вот, ну, не идеальные, да, мои цвета. Вот, наверное, даже, может быть, вот этот-то и получше, а этот ярче. И прям вот
Иногда, знаете, хочется что-то такое нейтральное, иногда хочется яркое что-то. Возьму эту сумочку. Наверное. Тягостные муки выбора. Тягостная минута. Не знаю прям даже. Прям не знаю, что и делать. Или такую? Такую возьму. С разницы. Пусть будет такая. На пляж куда-то нам ездить. Хотела быстро на 5 минут, только самое необходимое. Так, беру мое вино. Мне оно очень нравится. 8,99. Сладенькое. Компотик. Поэтому я возьму 2 бутылки. Так, беру бейгл с булочки. $6 за... А две вот эти упаковки. Одну замораживаем, одну, как правило, сразу съедаем. Нежно любим. А, не прохожу мимо, хочу взять курочку. Свежая курочка, 4,99 за целую курицу. Это будет сегодня наш ужин, скорее всего. В этот раз возьму голубику. Сколько здесь? 510 грамм, $6.5. Яйца у нас есть. Я возьму пока молоко. И молоко, не знаю, возьму 2 или 1. Возьму 2. Так, отошла в сторону, взяла нашу вот эту кашу. Она без скидки. Сейчас $10 упаковка. 1 килограмм. Пока взяла одну штуку, чтобы было. Потом будет скидка, наберем еще больше. Так, вода нам нужна. $4, 40 бутылок по 500 миллилитров. Так, арбузы. Арбузы. Надеюсь, арбузы будут сладкие, вкусные. 8,99 за арбуз. Берем. Для Дани возьму вот эти листочки. Нори, водоросли. Он любит их. Может съесть упаковку за раз и больше. Приходится иногда просто-напросто прятать. Он очень любит. $12 вот эта вся упаковка. Бананы. Наша тема. Нужна упаковка. Одни зеленые. Наверное, получше. И одну желтую возьму. Такой, наверное. $1.99 за связочку эти бананы. Вот цена на них. Так, очень нам понравились вот эти вот куриные роллы. Я возьму сразу 2 упаковки, пока скидка. Так, еще и достать бы одной рукой. Мини-роллы очень вкусные. Перекусить, с собой взять дорогу. $8 за 50 штучек. Вес 1,30 кг. Так, я много чего не успела снять, посмотреть, потому что мне уже надо убегать. Я увидела вообще классные для душ, для тела лосьоны продаются. Мы с вами снимем в следующий раз. А сейчас я уже вот стою на кассе. Нам надо срочно-срочно все пробить. Вот, стою, сомневаюсь, брать, не брать вот это. Мне кажется, брать, потому что я уже давно об этом думала, давно хотела, в принципе. Вот, все набрала, сейчас пробиваем и полетим за Даней. Я потом уже, наверное, дома скажу, на какую сумму у меня вышла закупка попозже. Так, я почти все занесла домой, сумма моей покупки составила $202, такси $8. На продукты, в общем-то, опять минус $200 потратили. Вроде ничего не купили. Дорого все, конечно, очень дорого. Вот, ладно, буду заканчивать. Всем спасибо большое, что со мной прогулялись, закупились. Я забыла купить самое важное. Это таблетки для посудомойки. Не знаю, что я буду делать. У меня осталось 2-3 штуки. И на этом все. Придется снова ехать. Всем счастливо, до новых встреч. Счастливо, пока-пока.
Всем привет! Смотрите, куда я приехала. Philips Market. Наш любимый магазин овощей. Кто еще здесь не был, кто здесь живет, зайдите обязательно. Все, кто сюда приходит, влюбляются и возвращаются сюда снова и снова. Я не буду утверждать 100%, но мне кажется, что здесь очень многие овощи и фрукты таких же брендов, как и в Костко. Во всяком случае, я видела не раз там перцы, яблоки, еще что-то. Вот именно бренда упаковка сама такая же, как и в Костко, но дешевле гораздо. Вот, так что, если вам интересно, пойдемте, ну, в общем, сейчас прогуляемся, закупимся, посмотрим цены и купим, что мне необходимо. Быстро-быстро. Так, я сейчас подошла к помидорам. Появились любимые вкусные помидоры. Я, честно говоря, не нахожу на них цены, но я все равно уже собрала в пакет несколько штук. Надеюсь, что они такие же вкусные, как и в прошлом году. Так, вот черри, например, в Костко. Что-то там порядка 4-5 долларов за полкило, округляю. Здесь 1 доллар, да, цена хорошая. Вот еще помидорки. $1.49, 0.99. И вот, смотрите, 69 центов такая коробочка. 551 миллилитр, не нарисовано сколько. Здесь какой вес? Веса здесь нет. Возьму еще вот. Так, они нет, все-таки они, наверное, поехали все. 89 центов помидорки. Вот это нет, они, наверное, все такие так себе. Жарко очень, сейчас жара наступила. Ну все, начинается сезон клубники, видимо. Посмотрите, $1.29, баночка, она, конечно, маленькая, но, тем не менее, цена очень хорошая. $1.29. Огурцы, цена 99 центов за одну штуку, правильно. Я вот не знаю, сняла пока. Клубнику взяла, помидоры пока взяла на данный момент. И сейчас возьму, наверное, 3 огурца. Так, пришла очередь яблок, я уже взяла, сейчас покажу, какие. Смотрите, яблоки есть по 69 центов. Вот эти вот фуджи, по-моему, мы берем в Костко все время, если я не ошибаюсь, по сорту. $1.29 яблоки. Смотрите, зеленые, $1.29 тоже. Это цена за полкило, имейте в виду. $1.49. А я взяла вот эти зеленые и еще красные, искала красные. Нашла красные, вот эти вот, вот такой, который формы. Они 89 центов. Я уже в тележку вот набрала себе. Взяла 2 пакета яблок. У нас яблоки хорошо идут. По идее, вот эти помидоры, смотрите, $1.99. Но они здесь такие морщинистые. А, наверное, которые я взяла целые. Они, конечно, наверное, подороже. Я думаю, в районе $3 будет за килограмм, не меньше. Беру пряники $3.99. Холодок. Сейчас еще каким-нибудь выберу. Смотрите, листья винограда продаются. За паунд на вес они. Брюссельская капуста $2.50. Спаржа $2 веточка. Возьму спаржу. Вот эта молодая, смотрите, такая приятная. Возьму вот эту, она пониже. Здесь цена за паунд $2. Стандартно беру творог. Пока здесь. Возьму 2 упаковки. Один такой. Второй такой. 8.99 за сколько тут? 1.5 паунда. Почти за килограмм. Хлеб бородинский. Только маленькую вижу. Возьму. Сейчас еще поразбираюсь, конечно. Возьму вот этот бородинский. 5.99. Здесь 700 грамм. Сейчас в отделе с кашами хочу пшенку взять, и что-то я не вижу. Вот манка мне точно нужна, манку возьму. И пшено, что-то мне не очень нравится такое пшено, но другого нет, придется взять то, что есть. Цены тоже не вижу, подозреваю, что в районе $5 будет это стоить. Взяла свеклу, $1.29 за полкило. Я 6 штучек собрала. Сварить, может быть, борщ, может быть, какой-то салатик, может быть, будет винегрет.
во вкусно пахнущем отделе. Мята. Дорогая мята, но здесь ее много. Смотрите, 99 центов штучка. Я часть заморожу. Сейчас возьму еще кинзу. Один пучок. И возьму укроп. Укроп у нас стоит $1.5. Возьму несколько, наверное, пучков. И тоже я часть заморожу. Сейчас посмотрю, подумаю. Взяла еще кабачки. $1.70 за полкило. И капуста я не посмотрела, сколько стоит. Простите, пожалуйста. Так, набрала, надеюсь, все. Я вам вроде я все сняла, все показала, все, что взяла. Насчет хлеба не уверена, что мне нужно вот так много. Ну, я думаю, что я просто заморожу часть, наверное, и все. Сумма моей покупки составила $73, $72.95. Я смотрю, кстати, здесь... А, такс. Ноль таксов. Вот так вот. Без таксов. А, набрала всего. Ну, в общем, так. Спасибо вам большое, что вы со мной прогулялись. Магазин классный, суперский. Особенно сейчас начинается сезон. Здесь будут цены просто огонь. Вот, так что, кто сюда приехал? Я знаю, очень многие сейчас сюда приезжают. Гуглите, он такой единственный, по-моему, в своем роде в этой эрии. Подпишись, поставь лайк. Подпишись, поставь лайк. Подпишись, поставь лайк. Подпишись, поставь лайк.